Вот, ушла коровка. Со стада ушла, отделилась куда-то, уединилась вот в этом лесу и хочет делиться. Вот, предположительно, где-то в эту сторону. Где ее тут можно найти, а? Ну, где? Так вот по елочкам ходить надо, по рядам. Ну, далеко от дома не уйдет, в принципе, как бы. Багира, эй, собака. Багира, идем искать. Коровка. Коровка. Молчит. Тишина. Это частое дело, когда они хотят телиться и уходят. Где моя собачка дорогая? Где моя умница? Старая багирка. Старая, старая. Старая, да? Что? Тяжело, да? Тяжело, мать? Тяжело ходить? Тяжело тебе, да? Моя кнопочка маленькая. Беззубая лапочка. Да, глазастая и лупастая, и зубиков нету, да? Что? Пошли. И нюха нету, и не гавкаем уже. Вот так. Так, Багира, иди под ногами, не путайся. Жопу себе побила всю. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Цветет все. Сосенки цветут красиво. Вот где эту коровку можно искать. Зато на красоту смотришься. Тут у нас змеи есть. Под каждым камнем может быть кубло змеиное. Но еще рано. Так, ну тут нету. Сын говорит, в этой стороне. Это придется эту сторону обойти, потом перейти на ту сторону. Багира, а ты как думаешь, на какую сторону нам идти? Она ходит себе там что-то. Что ты вообще нюхаешь, а? У тебя хоть нюх еще есть, а? А ну, нос покажи. Что-то там идет, смотрит, нюхает. Что, устала? Я тоже уже устала ходить. Багира, где будем корову искать, а? О, место вообще суперское. Красотень. А коровы? Да нету коровы. Где наша корова, а? Тетя мордочка моя. Носик ты мой маленький. Идем искать. Бойцовская собака. Пошли. Куда ты пошла, Багира? Думаешь, ты там ее найдешь? Сейчас будешь бежать, захэкаешься, дурочка. Ой, все стареют, и люди, и звери. Иди сюда, собачка. Собачка. Когда-то была собачка такая, умница. Умница бойцовская. Братик ее вообще был дрочливый. А вот она умница, охранница. Но уже совсем старенькая. Где моя кнопочка? Она бежит. Где ты бежишь? Что-то я тебя упор не вижу. А, вот. Моя зайка. Багира. Ты вообще у нас красота. Красопетка. И вид такой красивый тут. Елочки зелененькие. Идем, идем, дорогая. Пошли искать. Пошли коровку искать. Где моя лапочка? Где моя лапочка? Каждую минутку пройтись, то приятно. Да, Багирка? Вместе с хозяйкой. И неважно, ищем мы коровку, не ищем. Худая. Одни ребра. Багира. Идем. Так, тут мы уже были. Пойдем, куда теперь пойдем искать? Пойдем теперь влево. Нашлась, зараза такая. Еще и смотрит на меня. Еще и смотрит. Вон она. Еще не отелилась даже. Дурочка.
переполошила всех на свете. Иди, иди, красавица. Олень натуральный. Подснежнички, какая красота. Поле подснежников. Иди, дурочка. Она даже телиться не собиралась. Иди, Катюша, домой, рогатая. Чего ты ходишь, где попала? А? Иди давай, оглядываешься. Моя кнопочка. Так, кость сюда дала и выкинула. Выкинула косточку. Фу! Быстро домой. Домой, домой, домой. Пошли. Пошли. Так, домой. Все, домой. Домой. Вот, пришли домой. Уже где-то 5 часов вечера. Катюша, коровка, собралась селиться. Это вот Лилия, первотелка. Думала, что она первая будет телиться, а она вот вымя так разнесло просто. Она нет, еще не телится. А это вот буквально коровка за 2 дня вымя налила. Даже, можно сказать, за 1.5 дня. И вот сразу, даже как-то и быстро. Предположительно, наверное, телка будет. Как-то смотрела видео, что если вот один рассказывал там фермер, если хвостик вот такой закрученный, то значит будет бычок. А если вот хвостик, сейчас покажу на этой коровке, такой распутанный, ну, правда грязный, их моешь, моешь, они как чучки. Значит, тёлка. Так и вышла. Вот она, красавица. Рябина. Рябинка. Да, моя кнопочка. Так. Сейчас буду вас доить. Сейчас. Пока корова телится, в ожидании будем доить козочек. Что? Кнопа. Белка. Милка. Жанна. Сейчас буду доить. И будем ожидать. С нее что-то такое вышло прям. Коричневая, как понос какой-то. Первый раз такое вижу. О, ножка появляется. А, опять мне одной принимать роды, что ли? Сын опять ушел. Опять дома нет никого. О, ну, я думаю, пока все нормально будет. Она сильная коровка. Катюшка сильная коровка. Давай, давай, телись. То у меня сил много нет тебе помогать. Давай сама. Сама давай, дорогая. Без всякой помощи. Вот. Давай, давай. Так. Пока буду вас доить сейчас. Да? Козочки. Козочки. Так, сейчас Жанку связываю. Потому что она тут вообще никому не дает подходить. Иди. Гуляй. Дорогая. Так, кто первый? Белка? Белка? Так, Жанна. Где моя белка? Рисетая. Моя сидушка. Попала. Белка. Ну, конечно, белка первая. Сейчас все в очередь. В очередь все. Ну, ёшкин кот, а. Так, все в очередь. Да замолчи ты, мякаш. Вот еще одна тёлка. Тёлка от Катюши. Катюша от Маринки. Короче, династия целая. От хорошей коровы тёлка. Это, конечно, замечательно. Что ты меня облизываешь? И ты любопытная, да? Только вот тёлки мне не нужны. Все очень просто. Мне негде держать. Так вот, бычок бы еще, бычка можно еще забрать, вернее продать, а тёлки, уже вот вторая тёлочка, вот такая вот, ну, уже сколько у меня их тут, один, там, рябина, белка, манька, 3, вот, и вот эти вот мелкие 2, одна Маринкина, вторая вот Катюшина, Катюша очень хорошая коробка.
Ой, ну вот кашляет. Подойти просто боюсь. Она такая немножко дрочливая. Такая зарычала прямо. Ну что ж делать? Надо как-то вытянуть. Эй, отойди. Отойди. Прокашляется. Ну не, отойди. Я боюсь. Продуть надо, наверное, было. Так легко вообще. Я уже научилась роды принимать. Ой, вообще одной даже можно справиться. Конечно, с первой тёлкой будет посложнее. А, такие бывалые коровы, они телятся очень быстро. Так, не лезь, красотка. Ты скоро следующая. Где-то когда ты будешь? В июне, в июле или раньше? Не помню уже. Так что вот тёлочек куда-то надо продавать. Даже не знаю кому. Никто не хочет брать тёлочек. Так, еще красивых, может быть, еще возьму. А вот таких вот красных очень трудно продать. Ой, как жалко, как жалко. Я бы их вообще не продавала. Вырастешь до месяца и отдаешь за копейки. Да. Что ты, красотка? Умница, да. Красотка, когда заболела после родов, очень матка вылазила. Вообще, приходилось часа три, наверное, ее держать за спину. Она дуется, дуется. Вот, и мед, и банку скормила меда. Она лежит руку и этим как бы отвлекается. Потом все прошло. Ты что, тоже участвовала в родах? Что у тебя рога в крови? А? И глаз тоже. А ты что? Белка? Белка, ты что делаешь? А? Белка хвост ее жует. Так, ну все, девочки. Мне надо еще коз доить. Давайте. Приходите в себя. Сейчас, наверное, продую ей хорошо горло, а то хрипеть будет.